Приветствую всех в школе Джобс, меня зовут Достон, вы смотрите четвертый выпуск, это значит, что вы идете к своей цели, наконец-то заговорить на английском. А если вы здесь впервые, вы можете нажать сюда или, перейдя по ссылке в описании к видео, посмотреть предыдущие уроки. Ладно, в английских текстах, песнях, фильмах или вообще везде вам, наверное, частенько встречались слова с окончанием ing. В каких случаях это возможно? Все просто, мистер Нуби. Первое, когда глагол как бы отвечает на вопросы как, что, какой. Что делать? Think – думать. Clean – убирать. Как? Thinking – думая. Или cleaning – убирая. Что? Thinking – думание, размышление. Cleaning – уборка. Какой? Confuse – запутывать, сбивать с толку. Или пример – confusing situation – запутанная ситуация. Второе, когда вы что-то делаете здесь и сейчас. Используйте be плюс глагол плюс инговое окончание. Например, I'm eating. Я ем. I'm speaking in Skype. Я говорю по скайпу. What are you doing? Что вы делаете? Ответьте мне на вопрос. I'm watching video in YouTube. Третье. Когда вы что-то делали в прошлом, там и тогда, для этого вам нужна та же самая конструкция be, но вы должны ее поставить в прошлую форму. Для I... И he, she – это was, запоминайте, а для you, they, we – это were. Окей, несколько примеров. Если мы говорили I'm eating – я ем прямо сейчас, а в прошедшем времени будет I was eating – я ел. Если мы говорили I'm speaking in Skype – я говорю по скайпу, в прошедшем будет правильно I was speaking in Skype – я говорил по скайпу. What were you doing? Что вы делали? Nothing. Четвертое. Когда с языка срывается фраза «собираюсь что-то сделать». Для этого используем be plus going to. Для примера. What are you going to do? Что ты собираешься делать? When are you going to join the chat? Когда ты собираешься присоединиться к чату? We are waiting for you. Мы тебя ждем. Здесь ing добавляется, потому что мы тебя ждем прямо здесь и сейчас. На этом наш урок подошел к концу. Я с вами прощаюсь. Не забывайте подписываться на канал и вступать в нашу группу ВКонтакте, а также потренировать этот урок. Все ссылки в описании к этому видео. Если есть вопросы, оставляйте в комментарии. Оценивайте ролик. Всем пока. I'm